Координатор самообороны нам сейчас покажет. Это вот что? Режим. Это петарды против... Потом мачете. Стой. Ну, мне его заснять надо. Иди сюда. Давайте мы начнем именно вот с вас. Я не буду. Окей. Наденьте маску. Маску я не одеваю. Я в своем городе и в своей стране. Я никого не боюсь. Итак, у нас... Что вот это вот такое? Это ежи. Еж? Это кидают под колеса они. Либо кидают в узком проходе. Я на улице не видел таких, может, они не успели? В узком проходе они кидают, чтобы люди ранились. А, то есть попадают в ногу, да. И все? И вот мачету, раскройте мачету, посмотрите. Мачету. И человека заснимите, который был отброен этим. А где этот человек сейчас? Вот он стоит. Часть, которую ты выводил, Юра, мы одного остановили, проверили, он был... Да, их надо проверять. Вы там этих проверили? Они бери за мачете. Большой. Они готовились убивать. Но погибло вместе. И у них это как его, там. Это баллончик со следоточивым газом? Да. Так, у них еще там человек 30 наверху. И, наверное, человек 15 трупов. Угу. Я без головы буду. Без головы, не волнуйся. Идите сюда, Иван. Скажи, ты хотел убивать людей? Давай уже на чистоту. Мачете, нет, да? Нет. Взрывпакетами? Нет. Для самообороны? А как с мачете самообороняются? Ты знаешь, на сколько ты? Сколько платили? Ничего они не платили. Серьезно. Почему здесь было? От кого обороняться? Я просто от хулиганов. От каких хулиганов? Ты где живешь? В Одессе. Где? Ну я сейчас с ним зачем. Где в Одессе? Улица Балтийская. О, номер дома. 140. Квартира. 137. Проверим. Пока сидеть будешь. Минимум трешку. С той стороны завели 20 детков. Выше подниматься нельзя? Давай. А у вас есть там лишние бронежилеты? Ладно, попробуем без них. Слышишь, от Голдя не на самом конце? На самом конце? Лестничная площадка? А, понятно. Так, ребята, давайте сделаем. С той стороны главного входа зашел бег 20 человек. А, чтобы они нас не перепутали? Поэтому не надо. Хорошо. Они же нас примут за... Тогда, может, будем спускаться?